Виктория Беляева, Следственный комитет. Убийство по неосторожности в ходе любовных утех. Партнерша перестарался. Это не по неосторожности, это преднамеренное убийство. А у нас все интереснее и интереснее. Да? Паранормальное происхождение преступника точно не рассматриваете? Не нравится мне это все. Ты меня не любишь, ты любишь свою жену, а я люблю свою работу. Вика, вот вы еще молодая. Много вы не понимаете. Думаете, что жизнь из одной работы состоит? У меня появился подозреваемый с железным мотивом. За такое запросто можно убить. За что? За измену. Давно уже надо было все это в гараж отнести. Не квартиру, а склад снаряжения какой-то. Ладно бы в гору кто ходил. Хорошо, Антонина Павловна, конечно. Я все уберу и отнесу. Вот и зря его в горы не пускаешь. Альпинисты, между прочим, очень хорошо зарабатывают. Хватит, мам. Что, мам, хватит? Купили бы квартиру. Жили бы уже отдельно давно. Ты пойми, если мужику не давать заниматься любимым делом, он уйдет. Как папа. Не надо моих ошибок повторять. Спасибо, пап. То есть мы сможем пойти с тобой в горы? Ну и к тебе на скалодром. Ты все сможешь. Только дождемся удобного момента. Ты же знаешь, как мама к этому относится. М? Что иди пока в комнату, спрячься. Давай. Люблю тебя. Я тебя тоже. Мишенька, радость моя, поздравляю. 10 лет – это настоящий юбилей. Вот, держи. Открывай, открывай. У них еще твой дедушка играл. А это что у тебя в коробке? Кроссовки обычные, на физру буду ходить. А ты же освобожден от физкультуры из астмы. Ну, в шахматы играть. А, в шахматы? В кроссовках? Ну, ты шутник. Радость моя, поздравляю. Мишка, ты поел? Слушай, когда к тебе вечером гости придут, чтобы не успеть с тортом? Так давайте все торты и фейерверки по дороге обсудим. Имениннику пора в школу, да? Мне на работу. Короче, спускайте себя в машине. Угу. С днем рождения! Мам, спасибо. Только тихо, папе ничего не говори, не показывай. У него с деньгами сейчас не очень хорошо на работе. А мне премию дали. Ну что, как тебе? Ты самая лучшая мазра на свете. Ты мне самый лучший ребенок в мире. Чего вы так долго? В шахматы играли? Пап, извини, это я тетрадь важную забыл. Голову не забыл? Давай садись.
Так, стоп, ингалятор взял? Да взял, я взял. Точно, покажи. Молодец. Что это? А что это? Да спам какой-то. Поехали уже. Пока, пап. Пока, мам. Пока, Миш. Давай, Мишка, пока. Следующий пассажир вам куда? Леш, что это была за фотография женщины? Ты перестань, какая-то реклама, я даже не разглядел толком. Да? Ну, давай я посмотрю. Я уже удалил. Я не понимаю, что-то происходит? Что между нами происходит? Конечно, происходит. Удалил какую-то тупую рекламу, не считая. Леш! Нина, я тебя умоляю, давай не будем обсуждать всякую фигню. Баба на фотографии голая была? Да ты что? Нет, конечно. Это плохо. Значит, это не реклама. Сама что думаешь? Да любовница у него. Что здесь думать? Да мужики все одинаковые. Им только повод, да, и сразу же хвост распускают. Да чего уж развесили? Нина, ну раз у тебя в голове такая мысль появилась, ну значит точно любовница. Па-па-па-па-па-па. Нет у меня таких мыслей в голове, ясно вам? Мы с Лешей уже 12 лет вместе, он не такой. Да ну все они не такие. Ну вот твой Леша на работе задерживается? Он еще хуже, он у нее в горы ходит, а там под ночным небом сам Бог велел. Слушайте, он уже 3 года в горы не ходит после той трагедии. Работает в зале инструктором. Конечно, бывает, задерживается по вечерам. Послушайте, ей самой виднее, понятно? Ну, в конце концов, это всего лишь одна смс-ка. Съезди к нему на скалодром. Сама все своими глазами увидишь. Съезди, съезди. Вадим! Да? Почему опять без страховки? А что такое? В горах это может закончиться трагедией. Да все знают про твою трагедию, можешь не напоминать. Чего? Да. Давай. Что здесь происходит? Вадим опять игнорирует требования безопасности. Спасибо, товарищ. Да тут высота 5 метров всего. Значит так. Во-первых, ты должен слушать то, что говорит тебе старший инструктор. А во-вторых, в том он сидит и в горах, вины Алексея не было, ясно? Угу. Люди в курсе. Оборудование проверять надо было. Слушай, ты... Даже если это была моя ошибка, я не допущу повторения. Понял? Да? Леша, подожди меня, пожалуйста, наверху. И здесь прибежи. Леш, подожди. Чего ты переживаешь из какой-то ерунды? Свет, ну ты же понимаешь, что так нельзя? Завтра он пойдет в горы, и что? Понимаю. Я с ним поговорила, все будет хорошо. Мне опять прислали сообщение с этого номера. Кто же это делает? Ты же понимаешь, что твоей вины в гибели Оли не было. Все думают, что была. Никто так не думает. Я так не думаю, я уверена в тебе на 100%. А насчет СМС? Может, это Вадим? Может, и Вадим. А зачем? Ну, сегодня подходил ко мне повышение, просил. Хочет стать главным инструктором. На мое место метит. Я сказала, что меня не устраивает его отношение к вопросам безопасности. Все будет хорошо, не переживай. Ой, простите, что помешал. Что вы хотели? Я это, монтажник-высотник, работал здесь, в соседнем здании. И? Вот, решил зайти. Класс. А, зашел визитку оставить, мало ли что. Ну да, у нас тут конкуренция большая, каждый норовит повыше залезть. А, ну так может вам окна надо помыть, у вас их много. Давайте вашу визитку. Спасибо. Ну что, такая планировка устраивает? Мы вроде с вами так договаривались. Скажите, вы будете жить вдвоем с мужем или еще дети? Нина, сносите стены. В каком смысле? Ну, в прямом смысле. Стены вот эти сносите, цветное все уберите. В этой квартире буду жить я одна, мы с мужем разводимся. Оказалось, что у него другая женщина. Простите, я не знала. Да я тоже не знала. Еще об этом не знать. Знаете, это слишком больно, это как
операции на сердце или зашивать, или хранить. Простите, вам, наверное, все неинтересно. Я вам посоветую сделать застекленный балкон. А на окнах поставить экраны. Так будет поуютней. Чего ему не хватало? 20 лет вместе. Сын жениться собрался, квартиру купили. Вы вот это хотели? Да делайте, что хотите, мне все равно. Скажите, а где вы заказывали вот этот вот деревянный пол, который... Дорогие коллеги, у меня для вас прекрасная новость. Мне удалось убедить Георгия Борисовича, и скоро мы станем частью его сети. Ну да, но, как вы знаете, убеждать Светлана умеет. Да, это так. Поэтому я всех поздравляю с этим событием. Значит, вывески уже вешаем. Вывеску? Какую вывеску? Быстро вы подготовились, Светлана. Спасибо всем, всего доброго. Спасибо вам, до свидания. До свидания. Так вывеску вешаем? Вешаем, Паша, вешаем. Вот, заходил тут один альпинист промышленный, позвони ему. Хорошо. Ну что вы такие грустные? Я еще 3 месяца с вами, все хорошо. Привет. Поздравляю. Спасибо. Ну что, как говорится, жизнь продолжается. Все остальное в прошлом, спортсмен? Бывший спортсмен. Ну ладно, бывший. Бывших спортсменов не бывает, признаешься сломанными ногами. Ладно, это все лирика. Сейчас федерация проводит огромные соревнования в горах. Так как этот клуб теперь принадлежит мне, мы должны выставить представителя. Не просто ОГО, а лучшего. Попробуешь? Боюсь, что не получится. Ну, бояться дела нужно. Без страха героев не бывает, это правильно. Ну ладно, Лех, подумай. Мне кажется, справишься. Причем у них там очень хорошие призовые, подумай. Давай, попробуй, бери. Это подарок. На, на, вот возьми. Да дайте вы. Разобей это еще. Ты поплачь еще, батан. Ну ты еще, мамочка, пожалуйста. Вы что творите? О. Да, чтобы больше не приставал. Я знаю. О. Ну, че стоишь? Ну? Держи. Как это так у тебя получилось? Да я пальцы тренирую, чтобы лучше на зацепах держаться. А ты чего на тренировки не ходишь? У тебя папа инструктор, он научит. Да мне мама не разрешает. Ну ладно, я пойду. Пока. Ну что, двинули? А приходи ко мне сегодня на день рождения. Тебе осталось пройти один год. Ты что, влюбился? Иди догони ее. Да ничего я не влюблялся. Вот еще глупости. Пошли уже ко мне. Леш, ты что, не рад? Ты понимаешь, что это значит для нас? У нас будет столько денег, мы сможем поехать в Тибет, на Эльбрус, куда захотим. Сделка же еще может сорваться. Ничего не может сорваться. Мы уже с Газаевым подписали все документы. В течение 10 дней он переведет деньги, я еще 3 месяца отработаю управляющим клубом, а потом мы с тобой свободны, как птицы. Предлагаю это отметить в нашем любимом ресторане. Света, я не могу, у Мишки же день рождения сегодня. Может, как-нибудь без меня отметишь, а? Не хочу ничего без тебя отмечать. И работать не хочу сегодня. Отвези меня хотя бы домой, выпьем шампанского с тобой. В конце концов, кто молодец-то? Я молодец. А! Девушка, простите, пожалуйста, можете мне отвертку подать, если не сложно? Спасибо. Возьмите. Я не могу спуститься. Можете подняться, подать? Держите. Вот-вот, давайте. Свет, осторожнее. Так, давай. Слушай, стой, я забыла.
Беги. Давай сейчас спрячемся. Можно отвертку? Светлана Андреевна, что? Подписать. Давай быстро. Что так много-то? Вот здесь. Слушай, а во сколько занятий сегодня? Прости, пожалуйста, документы надо было подписать. Да ничего. Быстрее! Поехали за этой машиной! Чего это? Я потом все объясню. Поехали! Нет, давайте вы сейчас объясните, почему. Господи, это машина моего мужа! Ну, поехали! Ладно. За рулем, Свет. Мне пора уже. Мишка дома ждать будет. В горы тебе пора. Ты с ума сойдешь между этой семейной жизнью унылой и стенкой нашей в зале. Газаев дело предлагает. Я не могу. Нина не отпустит. 3 года прошло, у меня все время Оленое лицо перед глазами. Оно у тебя перед глазами из-за этой дурацкой смс-ки. Да я и без смс-ки помню. Глаза закрываю, вижу, как она падает. Почему я тогда не проверил страховку? Проверил. Перед выездом, перед восхождением должен был еще раз. Не должен был. Ты ни в чем не виноват. Расследование показало, что страховка была бракованная. Леш, пожалуйста. Открой дверь! Выпусти меня! Да я тебя вообще-то не держу. Не думаю, что тебе стоит сейчас туда идти. Как это не стоит? Я сейчас все волосы выдеру. Я сейчас им устрою. Это в тебя гормоны играют и нейроны. Нет, не нейроны, как это называется? Нейромедиаторы. Чего? Нейромедиаторы. Тебе нужно успокоиться. Думаешь, пока мы здесь сидим, чем они там занимаются? Есть несколько вариантов. Может быть, она попросила его полку повесить. Может быть, попросила передвинуть шкаф. Ну или кофеварка сломалась. А кофеварки могут чинить только мужчины. Вообще, одиноким женщинам часто нужна помощь. Кофеварки, значит? Ты еще скажи, что они там в шахматы играют. Вполне возможно. Хорошо, твой муж тебя изменяет. Нужно успокоиться. Включить голову. Не рубить с плеча. Все обдумать. Знаешь что? Пошел ты! Thank you.
Это я во всем виновата. 3 года назад произошел несчастный случай в горах. Погибла девушка. И Леша винил во всем себе. И как-то замкнулся после этого. А я его не поддержала. Я просто побоялась, что с ним тоже может что-то произойти. Держала его около себя на коротком поводке. Кормила котлетами. Я всего надеялась, что пройдет время, и он найдет себе новое хобби, новую работу. А он просто нашел себе новую женщину. Предлагаю выпить. Поехали куда-нибудь. Простите, как у вас? Дима. Дима. Дима, я вам очень благодарна, но дальше я сама. Мне нужно зайти в кондитерскую, взять торт для сына на день рождения. Как это не вовремя все, не могу. Тебе сейчас лучше не оставаться одной. Пойдем за тортом. Обожаю кондитерские. Пойдем. Останься, пожалуйста. Я уже 2 года мечтаю проснуться с тобой вместе. Прости, Света. Мне нужно домой. К сыну. Ладно. Но завтра я тебя никуда не отпущу, ясно? Я постараюсь. Никаких постараюсь. Теперь со мной лучше, чем с женой. Она же домашняя курица. Света. Что? Ладно. Тебе надо поехать со мной на Эльбрус. Или хотя бы найти соревнования, о которых говорит Газаев. Мне надо домой. Ладно, иди, папашка. Давай зонт. Торт помочь донести? А, нет, спасибо. Дим, я тебе очень благодарна, ты мне помог, выслушал меня. Зонт будешь забирать? А, да, зонт буду забирать. Вот еще, если вдруг снова понадобится помощь, звони. Держишься. А что делать? Что делать? Можно здесь поплакать. Можно вон тарелки побить. Вообще, давай выпьем чего-нибудь, а? У тебя есть какой-нибудь вин совестность? Подожди, ну сейчас же детский праздник. Может быть, попозже, когда Леша придет. Где он уходит, не знаю. Ну, ты же сама все видела. Слушай, не представляю, что ему сказать, когда он придет. Как реагировать? Это зависит от того, чего ты хочешь добиться? Да не знаю. Хочу, чтобы все было как раньше. Но нельзя же Мишке пойдет праздник. Господи, как Света не вовремя, не могу. Ну, когда это бывает вовремя? Мам! Папа приехал! Мишка, привет, дорогой. Держи. Ну, как вы там? Тусуетесь? Ага. Привет. Привет. С рождением сына. Спасибо. Пап, мы там уровень не можем пройти. Поможешь? Сейчас, Миш, помогу. Дядь Миш, давай к нам. Что такая, устала? Так, немного.
Мальчишки торт требуют, но мы не стали без тебя начинать. У тебя как дела на работе? Уф, там такие новости. Наш клуб выкупила крупная спортивная сеть. Уже рекламу повесили. Свет, конечно, молодец, добилась своего. Пап, ты долго? Давай, давай. Так, давай. Действительно, молодец. Догони его, давай. Давай, давай, давай. Сейчас, да я почти, почти. Немного, немного. Левее, левее. Красные розы. Ты знаешь, я вот думаю, может быть, он действительно ездил к ней по работе. Ну, она же его все-таки начальница. Тем более, у них там какие-то изменения в клубе. Точно. Именно так все и было. И поэтому он купил эти прекрасные розы. Ты вообще помнишь, когда тебе твой муж дарил цветы? Ну, просто так, безо всякого повода. Слушай, ну я ему родила сына, по-моему, это достаточный повод. Ну, конечно, конечно, да. Ты находишься на первой стадии отрицания. Чего? Чего стадия? Принятие неизбежного. Ты сейчас начнешь себе все оправдывать, не верить в то, что произошло, думать, что это какая-то ошибка. Слушай, Марин, ты юрист, а не психолог, не забывай. Я была у психолога, когда разводилась сама. Тебе нужно побыстрее пройти все эти стадии, чтобы добраться до конечной. И потом будет облегчение. А конечная стадия – это развод? Не обязательно. Это просто принятие ситуации, что на самом деле происходит. Понимаешь, он... Он хороший отец. И муж хороший. Я не хочу его терять. Ну тогда ты должна за него бороться. Бороться, Нина. Ты должна побольше узнать об этой Светлане. Что я могу узнать? Что-что? Ее слабые места. Чтобы стать лучше, чем она. Понимаешь? Я попробую что-нибудь узнать по своим каналам. А мне что пока делать? Ничего. Веди себя так, как будто ничего не произошло. Постарайся стать ему снова хорошей женой. Что значит снова? Я и так хорошая жена. Хорошая. А надо стать идеальной, Нина. Идеальной. Мам, ну когда торт? Ну что, задавай. Ура! Теперь точно сбудется. Понятно, что он загадал. Это нельзя говорить вслух. Я чего-то не знаю. Так, дети, давайте лопать торт. Давай, папа, режь. Я, наверное, все-таки не буду, Мишка. У меня что-то зуб ноет. Ну, прими таблетку. Хорошо, спасибо. Пойду прилягу, посмотрю что-нибудь. Ну, пап. Вам больше достанется. Нам больше достанется. Давайте я разрежу. Чего ты устал? Ой, мам, не начинай, пожалуйста. Давай есть. Так, ну, а я всем положу по кусочку. А что у нас там разбилось? О, моя любимая чашка. Я тебе новую куплю, мам. Ай, ладно, на счастье. А что твой Лёшка? Не заболел? На 2 часа позже вернулся. Он устал на работе. Вот тоже мне мужик. Ай, ни денег, ни свободного времени. Где-то там гуляет, а дома для меня. Мамочка, ну хватит, я тебя прошу. Что ты так кричишь на меня? Не слушайте, мать. Живите, как сумеете. Что там за шум был? Разбила что-то? Это я чашку нечаянно разбила. Отличный праздник Мишке устроила. Прости, что я рано сдулся. Ты ничего, отдыхай. Тебя что, на соревнования приглашают? Ты знаешь, я тут подумала, может быть, тебе это действительно надо? Я уже отказался, не переживай. Я не буду против. Давай не будем об этом, уже поздно. Пап, давай маме расскажем. Давай потом, Мишка. Так, ну что, поехали? Ты чего у меня не застегнутый стоишь? Мам, я решил, что буду скалолазом. И даже желание такое вчера загадал. А папа как раз скальники подарил. Ну, это кроссовки такие специальные. Что папа подарил? Скальники. А ты не забыл, что у ребенка астма? Я же говорил потом. Так, Миш, слушай. Мам, туда даже девочки ходят. А мне нельзя...
Меня Хлебником называют и маменькиным сынком. Послушай, ну мало ли дурачков на свете. Что ты всех будешь слушать? А вот доктор говорит, что тебе нужно ограничить физические нагрузки. Вот подрастешь, станешь побольше. Вот тогда, пожалуйста, сможешь заниматься. Мам, ну пожалуйста. Нет, я не разрешаю. Ты ингалятор взял? Да не забыла я. Миш, спасибо тебе, Леш, большое. Мишка, Мишастик, ну подожди, да что же ты, ну куда ты пошел? Ну стой, Миш! Ну чего ты? Будешь ты еще скалолазом, успокойся. Что ты, еще маленький, еще все впереди, а сейчас надо в школу ехать. Леша, открой дверь. У нас все контрольные математики забыли. Опять двойку получишь, потом исправляйся. Лёша, поехали, опаздываем. У меня есть план. Господи. Мы должны придумать что-то такое, что будет интересно именно Алексею. Не среднестатистическому мужчине, а именно ему. Марина, ну ты же знаешь, Лёше ничего не интересно, кроме гор. Такого не бывает. Бывает. Вот бывает любовь на всю жизнь, и здесь тоже. Марина, такого тоже не бывает. Ну, Нина. Нина должна стать скалолазкой. Ты в своем уме, я же высоты боюсь. Да у каждого свои недостатки. Ну, подумаешь, ну, залезешь ты там на полметра, потом еще на метр. Ты должна себя преодолеть, понимаешь? Ты сейчас едешь домой, выбираешь свою самую спортивную пижаму и дуешь на скалодром. А начальнице я скажу, что тебя срочно вызвала клиентка. Отличный план. Да гениальный. Ну что же вы сразу не сказали, что вы жена Алексея? Я сейчас его позову. Ой, нет-нет. Вы знаете, я хочу другого инструктора. В общем, готовили мужу сюрприз. Понимаю. Тем более он сейчас как раз занят, у него индивидуальная тренировка. Спасибо. Я вам могу предложить Вадима. Настоящий профессионал своего дела. Хорошо. А вы же с опытом? Нет. Я бы хотела начать с самых азов. Понимаю. Давно не занимались. Хорошо, тогда вы идите переодевайтесь, а потом сразу ко мне, я вас познакомлю с Вадимом. Хорошо. Извините, а раздевалка там? Да, спасибо. Еще. Так, с теоретической частью мы закончили. Сейчас забираешься по стене, насколько сможешь. Давай, давай, ступай на мат. Вот. Давай, давай. Не бойся. Так, сюда. Давай на серую. Аккуратно. Видишь, у тебя все получается, Нина. А ты переживала. Так, выше. Давай на красную ставь. Так, хорошо. Выше, выше. Активнее. Тяни ножку. Давай. Ставь на серую. Так, хорошо. Молодец. Давай, давай, давай. Хорошо. Вот. Так, Нина, что случилось? Что произошло? Нина, почему ты остановилась? Чего ты боишься? Нужно просто убрать страхи из своей головы, и у тебя все получится. Ты самая смелая девушка из всех, которых я встречал на этой планете. Ты-то что тут делаешь? Нина. Нин, все в порядке. Отпускай руки и прыгай вниз невысоко. Я ломлю тебя. Нин, слышишь меня? А давай, прыгай. Нет. Ниночка, все хорошо, я рядом. Просто отпусти руки. Ну, смотри на меня. Просто отпусти руки. Давай. Ну, смотри на меня. Смелее. Ну, моя хорошая. Давай. Спускай, спускай. Что ты? Зачем ты здесь? Ой, прости меня, прости. Я просто хотела для Мишки проверить, безопасно ли это. Ты моя хорошая. Все хорошо. Нина. Добрый день.
Леш, тебя там человек ждет. Свет, ну ты же видишь, что происходит. Все в порядке, ты можешь идти. Там 10 минут осталось занятия. Я приду, поедем домой. Угу. Начинать всегда сложно. У нас здесь, знаете, чего только не было. Сознание, конечно, никто не терял. Напугались многие. Но через несколько занятий за уши не оттащишь. Так людям нравится. Я не понимаю, что здесь может нравиться. Да, Алексей говорил, что вы не понимаете. Но как вам объяснить? Горы — это чувства, это эмоции, это страсть. Это то место, где человек начинает жить полной жизнью. Это то место, где человек становится по-настоящему счастливым. То есть намекаете, что Алексей со мной несчастлив? Алексей — спортсмен. Спортсмен международного уровня. А вы закрыли его в клетке и кормите своими котлетками домашними. Ему это не нужно. Откуда вы знаете, что надо моему мужу? Он что, вам сам об этом рассказал? Вы должны отпустить Алексея. Куда? К вам? В горы, на соревнования. Чтобы он хоть немного отдохнул от вашей липкости и навязчивости. А дальше он сам разберется. Ты больная, что совсем? Девочка. Идиотка. С вами все в порядке? Нет. Что случилось? Ее тут называл курицей домашней? Я ее так не называл, это ты про нее так сказала. Правильно делала. Нина. Предатель. Я все про вас знаю. Домой не смей приходить, понял? Забирай вещи и уходи. Как мы докатились до всего этого? А это ты мне объясни. Ниночка. Я... Когда Ольга погибла, я не мог с тобой это обсуждать. Не хотел, чтобы ты переживала. А Светлана оказалась рядом. Поддержала меня. Хватит! Я не могу это слушать! Я понимаю, что ты мне не веришь, но мы просто разговаривали. Просто разговаривали? Да, просто разговаривали. А когда мы с тобой последний раз просто разговаривали, помнишь? Уходи! Что? Что-то сломалось во мне, как я перестал ходить в горы. Я надеялся все исправить. Ты нашел отличный способ. Измена и предательство. Это права. Я предатель. Вы с Мишкой были моей страховкой. И она оборвалась. Мам. А где Алексей? Уже дома ночевал? А я говорила. Мужики без дела дуреют. Доброе утро. Без настоящего дела имею в виду. Привет. Мама, где папа? Так, сначала зубы чистить и умываться. А папа-то где? Миш, папа пока не будет жить с нами. Как не будет? Ну же так. А вечером он приедет? Послушай, не задавай мне вопросов. Иди умываться, я пойду готовить завтрак. Так, Нинусь, зайчик мой. Ты, главное, не переживай, все наладится, хорошо?
Я вот знаю, что, милая моя, я сегодня с Мишкой в театр вечером пойду, хорошо? А ты пойди в салон красоты. Там как-то так освежись. Потом приготовь ужин, позовешь Алексея. И... Мамочка, не все так просто. Не спорь со мной, я тебя прошу. Побудете вдвоем, поговорите, пинца выпьете. Хорошо? Я пойду готовить завтрак. И мы сегодня с Мишкой идем в театр, поняла? Следил за мной? Я вообще-то приехал на могилу к своей жене. А вот ты чего пришел? Да и потом мог бы запомнить, белые она гвоздики любила, белые, а не красные. Да помни я! Гвоздики, страховка, 9 сентября, не надо мне постоянно напоминать об этом. Я сейчас слова не сказал. Да, хотя мог бы. Ладно. Извини. Слышь, ты это бегом займись. Помогает, говорят. Возвращаем стены. Так, концепция изменилась. Я помирилась со своим. Он ушел от любовницы. Это замечательная новость. Да, только теперь все придется переделать. А, стены, помнишь, мы убирали? Там какие-то цвета были яркие, да? А, вот их оставь и добавь чего-нибудь такого, ну, такого свежего, молодежного, понимаешь? Да. Девочка ты моя. Случилось? Да нет, все в порядке. Просто хотела, чтобы кто-то побыл рядом. Извини, я прямо сейчас не могу. Срочный заказ. Болтаюсь тут на высоте 50 метров. Давай, знаешь как, давай я освобожусь и тебя наберу. Хорошо? Да, да, не волнуйся, все в порядке. Начинается с запрещенной музыки, сборища, вечеринки, наркотики, растление малолетних. Подсудимое обвинение вам понятно? Обвинение мне понятно, гражданин судья, но я не виновен. Нужно будет все аккуратненько сделать, соблюсти все формальности. Главное, чтобы никакого шанса на апелляцию. В этом ты у меня мастер. Если мы ошибемся, то маньяк будет на свободе. А можем расстрелять невиновного. Вот и выбирай.
принимайте решение. Я на вас не давлю. И свою точку зрения я не навязываю. Шел мимо, решил зайти. Как это? В смысле, как это? Мимо? Мимо балкона третьего этажа? Я же альпинист, промышленный. С крыши спустился. Сюрприз тебе хотел сделать. Вот, сюрприз, чтобы ты улыбнулась. Улыбнешься? Я тебе чуть голову не проломила. Напугал? Кошмар. Чаем угостишь? Пошли. Только не из кубка. Да. Ой, это, наверное, Алёша. Я ему позвонила, так испугалась, боялась, что воры залезли. Мне уйти? Нет. Ой, прям под дверь какой-то, знаешь. Муж пришел, любовник на кухне. Нина. То есть не любовник? Да, я понял, иди. Нина, открой дверь! Нина! Ой. Нина, что случилось? Леша, все в порядке, прости меня. Это я нечаянно тебя вызвала, вот нервы сдали на ровном месте. Все хорошо. Точно все в порядке? Да, да, все нормально. Я все понял. Хорошего вечера. Веду себя как дура. То позвала мужа, то прогнала. Ты все правильно делаешь. Да? Да. Алексей твой дурак. Ну, что бросил тебя. Он еще об этом пожалеет. Чай будешь? Да. Нам нужно кое-что сделать вместе. В смысле? Завтра сможешь с работы пораньше отпроситься? Ну, наверное. А зачем? Сюрприз. Ну, объясни, в чем дело. Просто доверься мне. Тебе понравится, обещаю. Садись. Там твоя Нина. Ерунда какая-то. Сама позвонила, я приехала, а там какой-то мужик. Как в анекдоте. Ты не понимаешь, она это делает специально, чтобы ты заревновал. Стандартные бабские штучки. Это не про Нину. Ладно, поехали домой. Я не поеду, Света. Мне нужно побыть одному, я в тренерской переночую. Правда не понимаешь, она это делает специально, чтобы тебе было плохо. И тебе плохо. Поехали, проведем время вместе. Я же сказал, мне нужно побыть одному, пожалуйста. Дурак ты.
Вот зачем они умерли? Они же могли жить долго и счастливо. И все бы помирились. Ой, пришли уже. Ну как? Как спектакль? Понравился? Да. Ну, отлично. А у нас гость? Да, знакомьтесь, это Дима, это моя мама Антонина Павловна. Добрый вечер. Это мой сын Миша. О, нет повести печальнее на свете, чем повести Ромео и Джульетти. Да. Глупая история, правда? Ну почему же? Это настоящая романтичная история о любви. Ну, за настоящую любовь надо бороться, а эти ребята какие-то тюфяки. Ну, прямо. Они боролись. Как? Просто приняли яд и умерли? Вообще-то нет. Не просто. Да. Ты до конца дочитал? Нет. А, да. А, я не помню, это в школе было давно. Мои руки. Ладно. Мне пора. Спасибо. До свидания. До свидания. Завтра заберу тебя, как договаривались. Мне еще снаряжение с крыши забирать. Я думала, что у тебя с Алексеем просто ссора. А ты вон как. Мам, не бери в голову, это просто знакомый. Да? Я бы расспрашивала про эту Светлану. Ой, Марин, не надо было. Но поздно, я уже людей напрягла. Кого? У меня есть один хороший знакомый, адвокат, а у него связи в полиции. Где ты берешь таких знакомых? Мир полон прекрасных мужчин. А что ты тут сидишь, я не понимаю, у тебя же сегодня свидание. У меня нет свидания, у меня есть муж. Завести любовника – это гениальная идея. Алексей начнет тебя ревновать и к тебе вернется, и потом уже ты будешь выбирать, нужен он тебе или нет. Честно, это как-то все странновато выглядит. Да. Такое ощущение, как будто ты меня, не знаю, похищаешь, что ли? Все верно. В смысле верно? Нет, Дима, шутки шутками, но пока ты не объяснишь, я никуда не поеду. Везда. Я везу тебя в удивительное место. Тебе там понравится. Ты сумасшедший? Подожди, чего? Ну что значит подожди? Я же тебе объясняла, как я опозорилась в зале. Я больше не полезу на стенку. Ну, во-первых, никто не говорил про зал. Во-вторых, никто не говорил про стенку. В-третьих, у нас уже весь твой офис смотрит, а мы ругаемся. Это стыдно. В-четвертых, ты красивая. В-пятых, доверяй мне. Со мной тебе нечего бояться. В-шестых, я не придумал. Но очень хочу, чтобы ты со мной поехала. Все. Я только до 6 считать умею. Ты улыбнулась? Это хорошо. Значит, скорее всего, поедем. Паш, график занятости инструкторов на следующий месяц. Сделай, пожалуйста. Да, конечно. Георгий Борисович, как я рада вас видеть. Зови на свечек. Наш договор в силе? Наши договоренности всегда в силе. Более того, денежку я уже перевел. Очень хорошо. Шикарно выглядишь. Спасибо. Зайдете ко мне в кабинет? Обязательно, потом. Извини. Леш, я потом забегу. Да, хорошо. Чего? Что случилось? Ничего не случилось. Врешь. Я же вижу, что дерганы, Лех. Как-то связано с Ольгой? Ну? Кто-то почти каждый день оставляет мне напоминания. Какие? СМС-ка с фотографией Ольги. Белые гвоздики на машине. Горы во дворе нарисовали с датой 9 сентября. Не слава. Ну, есть предположение, кто? Я думал, что это ты. Теперь я не знаю, кто это. Я? Леш, да, Ольга погибла. Но это была трагическая случайность, правильно? Жизнь продолжается? Mm-hmm. Верно? Ну, во сколько ты заканчиваешь? Ближе к вечеру. Ну, давай ближе к вечеру созвонимся, встретимся, помянем и заодно все обсудим. Добро? Добро. Давай. Давай.
Умница, давай. Давай руку. Вот так. Вот это да! Вот мы как здесь красиво! Потрясающе! Слушай, почему я раньше боялась это делать? Смотри, тихо. Сейчас ни капельки не страшно. Спокойно. Тихо, тихо, тихо. Ой, тихо. Спасибо тебе большое. Я ничего такого не сделал. Смотри, какие там домики. Вот кому-то повезло здесь жить. Мне повезло. Я там живу. Вон, видишь, поселок. Да. Там справа в лесу мое логово. Маленький деревянный дом. Вот счастливчик. Гости не приглашаю, извини. Нам еще долго вниз спускаться. Теперь ты понимаешь, почему люди ходят в горы. Я покоритель гор! Какая же красота! Спасибо тебе за этот день. Пожалуйста. Доброй ночи. Пока. Главное в задачах с Иксом хорошо представить себе ситуацию. Пока не представишь, ничего решить не получится. Мама! Привет, малыш. Привет. Мы почти всю домашку сделали, и четверть я постараюсь закончить только на пятерке. Да? Можно я пойду на занятия к папе в зал? Ну, если на одни пятерки, то можно. Правда, можно? Да, можно. Позаниматься на скалодроме? Можно на скалодроме. Мам, мамочка, ты самая лучшая! Ну ладно, помнишь, на одни пятерки обещал? Папа, ты слышал? Слышал. Иди, Мишка, еще пару примеров реши. Хорошо. Нин, мне кажется, за мной кто-то следит. Я серьезно. Сначала были эти странные сообщения. Потом начали оставлять вещи, знаки. Мне лучше вернуться домой, чтобы быть рядом. Может быть, это твоя любовница развлекается? Да нет у меня никакой любовницы. А у тебя кто-то есть. Нет. Но если ты имеешь в виду Диму, то он просто друг. Мы разговариваем. Он мне помогает. Пережить непростой период, понять себя. Просто разговаривайте. Да. Это еще хуже. Нет. Как так получилось? Неужели ничего нельзя исправить? Я не знаю, Леш. Может быть, позже. Сейчас можешь остаться поужинать. Прости меня. Сегодня до 8? До 8. Итак, детвора, с теорией мы закончили. Теперь будем переходить к практике. Сначала простой маршрут с удобными зацепами. А можно что-то покруче? Покруче? Ну, вообще нет. Но в виде исключения, если мы никому не скажем. Кто первый? А можно я? Отлично. У нас уже есть герой. Ему будет сложнее всех. Молодец. Зря ты Мишку на скалодром отпустила. Ой, мам, он так хотел полазить. Пускай. А! Вот, полюбуйся. Ингалятор забыл. Да ты что? А если приступ? Так, нужно срочно отвезти. Я вызову такси. Алло, привет, Дим. Я, прости, не могу говорить сейчас. Представляешь, Мишка ингалятор забыл. Что ты здесь недалеко? Ну, если тебе не сложно. Спасибо. Мам, Дима меня отвезет. Лучше бы ты такси вызвала. Давай, давай, Мишан, идешь на рекорд. Давай, Миш, соберись, немного осталось. Мишка, круто, молодец, молодец, давай. Классный у тебя пацан. Есть тебя. Миш, ну ты отдохни чуть-чуть, потом дальше полезешь. Отдохни. Зачем сразу на сложность? Первый раз. Успокойся, ты все отлично делаешь. Кстати, мне кажется, он пытается понравиться девочке. Мне кажется,
кажется, что ему плохо. Миш, ты чего? Миш, нормально все? Ты можешь слезть? Давай садись. Саш, спускай. Миша? Миш, ты чего? Миша, Миша, что с тобой, Миша? Дыши. Дыши. Ну. Что с ним? Где ингалятор, а? Он вроде сказал, что дома забыл. Звони в скорую. Свет, ну чего ты сидишь, а? Хорошо. Миша. 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 Шастик. Нина Евгеньевна, Миша, плохо. Миша. Она милая. Миша. Ну что, получше стало? Тихо, тихо, тихо. Мам, пап, все нормально. Все, расстегивай карабин. На сегодня тренировка закончена. Я вас отвезу. Нет, спасибо, нас отвезут. Вставай. Пошли. Садись, мой хороший. Сейчас приедем домой. Почему ты сразу не сказал мне, что не у вас там? Я бы не пустила его на сложный трасс. Леш, ну прости. Мы должны расстаться. Что? С Мишей все в порядке. Я не виновата. Свет, я тебе очень благодарен, правда. Ты была рядом, поддержала меня в трудную минуту. Прости, просто я хочу попробовать вернуть свою семью. То есть ты попользовался мной, поддержался и снова к домашним котлеткам? Ты не понимаешь, семья для меня — это все. Ну, конечно, я не понимаю, куда же мне понять? Но ты только что отпустил жену с ребенком, которому, между прочим, стало плохо, с каким-то незнакомым мужиком. Ты хоть что-то про него знаешь? Ладно, проехали. Иди, возвращай свою семью. Сынок, проходи, сейчас будем спать. Мам, угости, пожалуйста, Диму чаем. Извините за беспокойство. Раздевайтесь, проходите на кухню. Значит, вы друг Нины. Да, можно и так сказать. А, простите за любопытство. Где вы работаете? Чем занимаетесь? Да так, по мелочи. Повыше заберись, повесь, покрась, почини. В какой-то фирме? Нет, сам. Индивидуальный предприниматель, ИП. Сам рекламу даю. Сам заказы делаю. Вот, если пригодится, могу люстру повесить. Потолок побелить. Промышленный альпинизм. Угу. А, вы из этих верхолазов, да? Ну да, из этих. А вы мужа Нины знаете? Нет. Он спортсмен. Угу. Настоящий альпинист. У него есть дипломы, много медалей. А что это у вас такое странное на руке? Вроде запачкались, я без очков-то не вижу. Ошибки молодости. Татуировка. Мне надо ехать. Спасибо за чай. Погодите, а что мне Нине передать? Света.
Ох. Опять ночевать тут будешь. Ген, я со Светой договорился, она не возражает. А что мне Света? Клуб же сетевой теперь. Придет проверка, меня уволят. Ну, Ген. Спи, ладно. Что с тобой делать? Надо было так опозориться. Теперь Алиса со мной даже разговаривать не будет. С чего ты взял? Ну что за ерунда? Думаешь, девчонки любят только героев? Конечно. Кому нужны неудачники? Прекрати. Нормальные девчонки любят тех, кто не сдаются перед трудностями. А ты мне именно такой. Мишастик, я тебе обещаю. Мы когда-нибудь с тобой поедем на скальный карьер, ты заберешься на самую вершину. Слышишь меня? Слышишь? Да ну, какой из меня скалолаз? Ну как ты какой скалолаз? Ну что ты говоришь? Сам настоящий скалолаз. Ты же так хотел. Ну вот посмотри на меня. Вот, посмотри на меня. Иди сюда. Ты помнишь, как я боялась высоты? По ступенькам не могла забраться, помнишь? А сейчас смотри. Смотри, куда я забралась. Сама забралась. Видишь, как там красиво. Мам, а вы с папой навсегда расстались? Ой, Мишка. Сложный вопрос. Давай сейчас не будем об этом говорить. Мне тетя Света предлагала жить с ней и с папой. Но я так не хочу. И с тобой, и с дядей Димой тоже не хочу. Я хочу и с тобой, и с папой. Ты мой любимый. Мишеньку, ну что ты, мой любимый, ну успокойся. Мы тебя с папой очень сильно любим, ты меня слышишь? И я тебе обещаю, что бы ни случилось, мы всегда будем рядом с тобой. Слышишь? Я тебе обещаю, прекрати плакать. Ну, улыбнись. Ну, ты мой скалолаз, любимый. Ложись спать, все, ложись спать. Добрый день. Здрасте. Следователь Васильев. Где я могу поговорить с вашими сотрудниками? Сейчас узнаю. Телефон абонента выключен. Миш, ты поел? Да. Молодец. Давай, вот яблоко. Иди собирайся, я сейчас. А ингалятор взял? Да взял я. Молодец. Слушай, мам, Дима не подходит к телефону. Вчера ушел, не попрощавшись. У вас здесь точно хорошо все было? Ты его ничего обидного не сказала? Да я вообще ничего не говорила. Это он рассказывал, что работает этим верхолазом вашим. Мам, ну я просила тебе так не говорить. Он промышленный альпинист, работает на большой высоте. Уголовник. По его физиономии все сразу понятно. Ну с чего ты это взяла? А ты татуировку видела у своего Димы? Нет, не видела. Ну, может быть, видела, но какая разница, в чем дело? У твоего папы был двоюродный брат, дядя Витя. Может быть, ты помнишь. Так у дяди Вити была точно такая же татуировка. Только дядя Витя сидел в тюрьме. Ах, вот в чем оно дело. Да. Все теперь понятно. Я теперь все поняла. Спасибо тебе, мамочка, огромное. Спасибо тебе, огромное человеческое спасибо. Мне теперь ехать извиняться. Хорошего тебе дня. Да, Марин, привет. Слушай, мне тут такое выяснилось, я тебе должна срочно рассказать. Мне сейчас не до этого. Прости, мне нужно Мишку отвезти в школу. Я тебе перезвоню. Я из полиции. Следователь Васильев, вынужден сообщить, что ваша начальница Светлана Андреева найдена сегодня утром погибшей. Света? Как? Почему? Кто это сделал? По предварительной версии произошло убийство, а вот кто и почему, мы сейчас и будем выяснять. Понятно. Какие отношения были у вас с погибшей? Друзьями были. В общем, у нас были близкие отношения. Что вы делали вчера вечером с 10 до 12 примерно? В клубе здесь ночевал. Кто-то может это подтвердить? Охранник. А почему вы ночевали в клубе? С женой поссорился. А, то есть вы женаты. А ваша жена была в курсе ваших отношений с погибшей? И что делала ваша жена в это время? Дома была. А вы думаете, что... Нет, Нина не могла, это абсолютно точно. На месте преступления оказался свидетель. Он видел мужчину рядом с машиной Светланы.
Вот мы составили его фоторобот. Посмотрите внимательнее. Может быть, он похож на кого-то из ваших знакомых? Кажется, это знакомый моей жены. А как он связан со Светой? Он что, убийца? А как его фамилия? Я не знаю. Его Дмитрий зовут. Мне нужно позвонить жене. Да, хорошо, позвоните. Здравствуйте. Извините, не подскажете мне, я ищу человека, Дмитрий зовут, он альпинист. А вот фамилию не знаю, но говорил, что с детства здесь живет. А, Митька, что ли? Так вон Зареченской, 32. А, спасибо. Вы знаете этого человека? Нет, первый раз вижу. Какие отношения у вас были с погибшей? Отношения, ну, громко сказано, отношения. Какие деловые, я хозяин, она управляющая. А где вы были вчера вечером? Вы меня подозреваете, что ли? Пока я вас только спрашиваю. Это Нина! Дима! Дим! Дима! Срочно найти жену. Да погоди ты, я тебе говорю. Короче, дело в том, что я тоже знаю этого Дмитрия. Да откуда? Кто это такой, а? Успокойся, выслушай меня. Леш, это очень опасный человек. Получилось так, что несколько лет назад он стал ухаживать за моей женой, за Ольгой, ты представляешь? Он сделал все для того, чтобы мы с ней разошлись. Я встречался с ним, я разговаривал, я предлагал денег, я умолял, я угрожал. А потом, через несколько дней, он мне чуть не проломил голову альпинштоком. Да-да, я сообщил в полицию, его посадили. Но сейчас, скорее всего, выпустили за хорошее поведение досрочно. Не. Телефон абонента выключен. Да твою мать, а! Ну, не нервничай, звони еще. Хорошо, что ты пришло. Проходи. Ого, сколько у твоего папы наград. Да, мой папа чемпион. Извини. Да, пап. Мишасик, привет. Мама дома? Нет. Она уехала искать дядю Диму. Куда? Сказала, что он живет где-то рядом со скальным карьером. Мишка, дорогой, название поселка сказала? Не знаю. А телефон взяла с собой? Да, вроде взяла. Ладно. Ладно, давай, пока. Что? Нина поехала на карьер искать этого Дмитрия. Господи, карьер же огромный. Где я ее найду? Ладно, не переживай, вместе на нем. Пошли. Надо сообщить следователю. Леш, мы время теряем. Пошли. Нина. Привет, Леш. Это ты? Что с Ниной? Твоя жена у меня в гостях. С ней все в порядке. Пока что. Тронешь ее, я убью тебя. Леш, не надо угроз. Хотя тебе я верю, убить ты можешь. Давай, знаешь, как поступим? Приезжай прямо сейчас на верхнюю площадку скального карьера. Ты знаешь, где я. Я буду там через полчаса. Нина приедет с тобой. В полицию звонить не нужно, хорошо? Ну, если хочешь увидеть, мы нажимаем. Да? Все, пока. До встречи.
Поехали. Поехали. Нин, ты чего? Не надо бояться. Все хорошо. Воды хочешь? Ну, как хочешь. Через час я вернусь, тебя отпущу. Тебе просто не повезло. Ну, зачем ты пришла? Я же просто хочу отомстить твоему мужу. За Ольгу. Это был несчастный случай. Даже теперь его защищаешь. Ты смелая. Уважаю. Только это ничего не меняет. Ольга умерла из-за него. А значит, он убийца. Убийца. Понимаешь? Он не убийца. Не спорь. Он убил Олю. А теперь, чтобы замести следы, убил и Свету. Ты это специально? Ты познакомился со мной, чтобы подобраться ближе к Лёше? Нет. Это случайно получилось. Вообще-то ты сама ко мне в машину села. Я не знала. Но ты же обещала мне просто помочь. Так и есть, Нина. Ты вышла замуж за очень плохого человека. Я помогу исправить ошибку. Не вини себя, не надо. Я бы и без тебя справился. Но с тобой было гораздо интереснее. Спасибо. Ты хорошая. Просто ты совсем не разбираешься в людях. Ладно. Я пойду. Меня там Леша ждет на карьере. На самом верху. Не дай бог замерзнет, да? Потерпи, я скоро. Здесь ты твои. Дальше я сам. Уверен? Погоди! Может, все-таки лучше через полицию? Пока Нина, у него никакой полиции. Да он псих. И ты не вздумай звонить. Стой, вот, на. Это зачем? Ну, он же тебя не в шахматы зовет поиграть, а во-вторых, пригодится, на. Жди меня здесь. Зря ты! Он мне тогда чуть бошку не проломил. Сейчас. Сейчас, Нина. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, подождите, сейчас. Подождите. Быстрее, он убьет Лешу. Кто? Дмитрий. Вы-то в порядке? Все в порядке. Сейчас нам нужно вызвать полицию. Нет, вызовем по дороге. Но. Надо бежать на вершину карьеры, а не там. Слушайте, я... Где Нина?
Где она? Подумай лучше о тех, кого ты убил. Я никого не убивал. Знаешь, где я был, когда Оля умерла? В тюрьме. А ты был рядом. Ты ее убил. Страховка оборвалась. Я сделал все, что мог. Ты испортил страховку. Я должен был ее проверить, но Оля сказала, что все в порядке. Я до сих пор жалею об этом. Зачем мне было ее убивать? Вот у меня тот же вопрос! Ну быстрее же, они там наверху! Нина, я так быстро не могу! Кто там? Газаев много раз переводил сюда небольшие суммы денег. Алло, Марин, а когда был первый платеж? Нина, это сумасшедший дом какой-то. Мой знакомый адвокат через своего полицейского нарыл, что еще 3 года назад эта Светлана была вся в долгах и кредитах. И вдруг с 10 сентября 2016 года от одного и того же человека, некоего Газаева, начала получать платеж за платежом. Купила машину, дом и открыла клуб. Это точно? Ты уверена? И в чем вся штука? У этого Газаева накануне первого платежа погибла жена, на которую был оформлен весь его бизнес. Я понятия не имею, что это значит, но полицейский сказал, что возобновят дело об убийстве жены Газаева. Нина! Ну вы куда так? Втопили-то. И прям как у Чехова, ей-богу. Не женщина, это ракета. А зачем ты убил Свету? Послушай, где Нина? Света назначила мне встречу. Хотела рассказать о том, как Оля погибла. Я приехал, а Света уже убили. Ты чего? Испугался, что я узнаю правду? Слушай, я не знаю, что ты там себе придумал, но ты ошибаешься. Ау. Георгий Борисович, зачем вы платили Светлане? Какой Светлане? Владелица клуба, где Леша работает, которого убили. Подождите, я сейчас немного не понимаю вопрос, что значит платил Светлане, я не платил. Она просила у меня денег в долг, я давал и все. Я не вникал, у нее там проблемы какие-то были в клубе. Может быть, она вас шантажировала? Кто? Она? А каким образом она может шантажировать? Да и в чем? Это глупо? Не знаю. Может быть, это как-то связано с гибелью Ольги? Тебе никогда не было интересно, о чем думают люди, которые падают вниз? Алло. Нина, Нина, алло. Дайте мне телефон, я вам сейчас все объясню. Алло. Объясните полиции, когда она приедет. Дай телефон, дура! За убийство Светланы? Зачем ты убил Свету, тварь? Светлана получала от него деньги. И первый раз большую сумму. 3 года назад, 10 сентября, после смерти Ольги. Она купила себе дом и открыла спортивный клуб. А сейчас полиция возобновляет дело об убийстве Ольги Газаевой. Почему ты убил Ольгу? Из-за тебя. Ну все, из-за тебя. Это же ты заморочил его. Горы, любовь, романтика, гитарочки. Да? А я за нее боролся. Как мог боролся. И это я тебя тогда посадил. Я.
все было бы нормально. Да только поздно. Возненавидел. Она меня подала на развод. Она любила меня. А ты... ты... А я ее. Только я дурак. Что записал? Весь свой бизнес на нее. Все дело для того, чтобы Оля скипала. И не для того, чтобы она ушла к такому молокососу, как ты. Ты испортил страховку. Что ты сделал со Светой? Со Светкой все было в порядке. Она мне помогла, я ей заплатил. Да и продолжал, в общем-то, исправно платить. Только ей показалось мало. Жадная оказалась стерва. И стала меня шантажировать. Бабы ведь цену деньгам не понимают. А тут девочка вышла из мест не столь отдаленных. Ну вот я решил вас, так сказать, убрать дуплетом. Давай вам сейчас. В СИЗО, конечно, куда же еще? Давай, залезай. В машину. Давай, давай, давай. Слава богу, с тобой все в порядке. Нам пора домой, нас Мишка ждет. Прости меня. Это ты меня прости. Вы не ранены? Скорую вызвать? Нет, спасибо. Спасибо за проявленное мужество. Всего доброго. Счастливо. Поехали. Я люблю тебя, Нина. Мы точно все взяли? Мишка, зачем так говоришь, отца обижаешь? Вы мои кроссовки взяли? Нина, зачем мужа обижаешь? Давайте быстрее, опаздываем. Ой, Нин, что происходит, ты не понимаешь? Ты с ними? Все в порядке, мы едем на соревнования. Господи, Нин, ну ладно, они мальчишки, ну ты-то куда? Слушай, ну как ты любишь говорить? А как я люблю говорить? Ну как ты любишь говорить? Ну? И в горе, и в радости? Ай. Ну вот вам там медом всем, что ли, намазано? Влада, не ворчит. Ну аккуратнее смотрите. И жду вас с наградами, здоровыми и невредимыми. Антонина Павловна, без наград не вернемся. Ни за что. Смотри. Ну. Пойдем. Пока, пойдем. Пока. Удачи вам. Ready. Горе новички, восходящая звезда занимает Михаил Романов. Мишка, ты честь его! Ура! Ты всю месяц занимаешься и уже второе место. Через полгода ты меня уже обгонишь. И наконец, первое место в категории спортсмены занимает Алиса Демидова. Первое место. Реально крутая. Спасибо. А сейчас мы начинаем соревнования в категории профессионалы. Готовится первая тройка. Всех ждем на четвертой трассе. Ну что, иди покажи им, кто здесь настоящий чемпион. Я же абсолютно ничего о вас не знаю. Он художник, а я баба-мент. Зачем ему такая? Слушайте, а где статуя? Надо искать. Вуаля. Шикарно. Под нами целый район. Тоннелями изрыт. Интересно, куда он ведет? Вы задержаны по подозрению в краже в особо крупном размере. Это шутка?